В начале встречи гости из Китая поблагодарили за теплый прием. Делегация из Пекина, к слову, в Чите впервые. О значимости сотрудничества в области культуры, образования и спорта сегодня говорили много. Важно перенимать опыт друг друга и делиться лучшим, подчеркнули представители пекинской делегации. Большое внимание, по их мнению, стоит уделять образованию. В подтверждение своих слов они предложили установить побратимские отношения между школами района Шицзиншань Пекина и школами Читы. Кроме того, в сентябре пройдет международный туристический фестиваль. Принять в нем участие пригласили и читинские творческие коллективы. Нужно знакомить с русской культурой, отметили гости. Впрочем, что касается Маньчжурии, то о забайкальской столице здесь уже знают много. Так, в начале июля там прошли Дни Читы в Маньчжурии с выставками, презентациями и концертами. Все это тем более важно, учитывая то, что нынешний год объявлен годом туризма России в Китае. Юлия Тимошенко, Дмитрий Пенигин. Время новостей.